повысить эффективность спортивных тренировок, улучшить качество учебного процесса. В областной библиотеке прошло мероприятие под названием «Твое лучшее будущее». Гостей ждали презентация, мастер-класс и розыгрыш призов. Методикой преподавания поделились специалисты Центра определения функционала человека и профориентации. А связана эта информация с определением подходящих видов спорта, с определением предметов для более глубокого освоения и изучения школьников и студентов, определением тех условий, при которых у нас школьники и студенты могут намного быстрее и эффективнее запоминать новую информацию и осваивать новые физические навыки. Директор 3-й гимназии Светлана Ильина рассказывает, с методикой знакомы 15 лет. За это время она показала свою эффективность. Очень важно, чтобы родители знали своего ребенка, а также чтобы учителя знали, каких детей они обучают. Нет одинаковых людей. И при покупке любого устройства в магазине нам дают характеристику и рекомендации по эксплуатации. Но когда рождается человек, в роддоме ни одна мама не получает инструкцию по эксплуатации собственного ребенка. По словам педагогов, методика позволяет заметить и пресечь межличностные конфликты учащихся. А если этого вовремя не сделать, внутренние переживания перейдут в заболевания. Полина Чулюкова, Виктория Шара, Игорь Казановский. События.